Я всегда мечтал вот на таком хорватском чуде приготовить мясо. И моя мечта сбылась, как говорится, да? Развожу сейчас огонь. Спросили у хозяйки, можем ли мы сегодня здесь мясо пожарить. Она говорит, ребята, никаких проблем. Закладываем дровами и поджигаем это чудо-печь. Это то, что мы сегодня вытащили с моря, на море насобирали. Оно все пропитанное, чистое, экологически чистое. Находится в экологически чистой зоне. Вот здесь самое интересное, да, что в море ничего не сбрасывается. То есть никакие фекалии, ничего. У них все там. Я лично видел, приезжала машина. У них открывали здесь, значит, люк. У них огромная сливная яма. И все это выкачивали. В море ни капельки ничего не попадает. Море прям чистейшее. Потому что очень много где в Хорватии прямо в море дома сбрасывают. Вообще, кто не знает, расскажу, что это за чудо-печи у них. В Хорватии запрещены разведение огня открыто, на открытой местности. Поэтому везде в Хорватии вот такие штучки, такие печи. Для того, чтобы огонь никуда не распространился. И вот все в своих дворах имеют вот такие чудо-печи. Для того, чтобы жарить мясо. Жарить в них готовят там в казанах. В общем, такая многофункциональная. Лепота. Класс. Тяга шикарная. Приеду домой, обязательно себе что-то подобное сделаю. Ничего не разлетается, все очень аккуратно, все сделано грамотно. У них вообще разнообразные они. И они прям продаются. Это все они сборные. Они с маленьких кусочков собираются. То есть серединка этот, и вот там вверх. То есть ты можешь себе любую собрать, какую хочешь. Мариночка приводит в порядок стол. С помощью средств Amway. Только они смогут справиться с таким загрязнением. Друзья мои, ну как можно болеть, когда ты находишься вот в таком прекрасном месте? Ой. Люди себе просто понапридумывали, люди себе сами, живя в страхе, они просто сами себя поднимают себе температуру. Поднимая температуру, у них кашель появляется, они начинают задыхаться, поднимается у них давление. Сегодня опять прилив. Опять прилив, опять все затопило, все затоплено. Если мы днем сегодня здесь все мыли, все было открыто. Вон даже где... Вон. Это, короче, камни, они облеплены ракушками. Мы сегодня даже пытались эти ракушки... Ну, мы их 3 штучки сварили, но там очень-очень они ниди, очень-очень мелкие. И мы не стали, в общем, мучиться. Красота! Просто красота! Я мяско уже замариновал, свининка, такой бекончик и полкурочки. Там наша хозяйка гуляет с собачкой. Наш костерчик потихонечку догорает. Чувствуете, какое тепло идет? О, здорово! Итак, делаем салатик. Это нужное блюдо на любой стол. Порезали мелко немного капусты, добавили туда соли, сахара и витамина С. В общем, кислоты надо добавить. Вот. Я не умею вот эту штуку. Крути просто на ней все. Первый раз это делаю. Ага, а потом типа льешь. Ого, отлично. Потом чистыми ручками нужно это все дело пожать. И у вас получилась вкусная капуста. Кисло-сладкая, солененькая. Все, а потом туда добавили огурчики, помидорчики, маслом заправили, все дела.
Так, а я делаю лимонад. Лимон, остатки апельсина. Уже кинул ложку сахара, водичка. Водичка в Хорватии, еще раз напомню, можно пить прямо с крана. Чистейшая, очень вкусная вода. Еще перчик я люблю. Грудка. Крылышко. И наш бекончик. Шкварчит. Ай, обалденно. Красота. Мариночка делает нарезочку с лука. Хорваты очень любят мясо со свежим луком кушать. Как и мы. Да, как и, в принципе, Украина, и Россия, и Беларусь. Мы лично так обожаем. И мы так любим, да, наша семья. Ад. Смотрите, красота какая. Еще доложил я мяска. Красота. Салатик. Водочка, колбасочка. Вот наша хозяйка идет. Дочь. Молоко. Нагулялись? Слушай. Эх, красавец. Так, наше мяско практически готово. Еще 2-3 минутки. И будем подавать. Боже, какой запах. Друзья, вы слышите, какой запах прекрасный, а? Так, снял я мясо. Вот оно готовенькое. Обалденное получилось мяско. А курочки надо еще немножко постоять. Сейчас курочка еще у нас пожарится. Ну все, ждем хозяйку и садимся. Садимся вести борьбу с коронавирусом. Пришла Бранка и немножко отсыпала сыну. Мы говорим, ну бери теперь. Он говорит, нет, чуть-чуть, это деликатес. Им надо интересно попробовать, как мы готовим. Все, все готово? Да, мы дальше снимать не будем, потому что неизвестно, как к этому отнесется хозяйка, потому что попадет в YouTube, потом, чтобы не было никаких разговоров, что там. Вот, друзья мои, присоединяйтесь к нашему столу. Приятного всем аппетита, приятного просмотра. Хорватия, Адриатика, боже. Такое можно, было придумать только во сне, да? Такое могло, да, мясо потрясающее, я уже кусочек съел. Это молодая свинина, она не жирная. Жирная, но в меру. Ну, жир такой, ну, не жирный. Молодой. Жир не жирный. Что ты пожелаешь нашим телезрителям? Да ты уже там нажелал, блин, пусть хоть что-то исполнится, уже будет круто. Короче, скажи, что коронавируса нет. А кто сказал, что... Да, я не видела. Где? Мы не видели. Рядом с нами нет. Эмма. Нигде нет. Друзья, всего хорошего. Колокольчик, подписочка. Задавайте вопросы, звоните. До новых встреч.